Извините, а не подскажете, нам сказали, где-то здесь сигареты можно подешевле купить. Дадите нам сигареты? Сигарет хотели купить. Ну, нам одну упаковку. Ты какой будешь? Синий, темно-синий. А? Темно-синий. А обычный. Откуда знаешь, что здесь не ритм? Нам написал знакомый. Знакомый написал? А что? А это незаконно, что ли, или что? Он сказал, что нормальные сигареты. Ой, какая-то у вас такая-то. Скажите, они хоть это нормальные? Нет, у вас просто такой пристрастный Не, просто спрос. Ребята. Кто мы ребята, такие? Ребята, подождите. Угу. Некоторым ходят, надо сюжет делать, чтобы деньги получать. А вот ходят вот так вот так делать, 100 рублей им дают где-то, и все. А почему они столько стоят? Ну, дешевле. Государство. А? Другое государство? Да. А какое? Не знаю. Да. Вот. Так, 550, это да, мне сдачи да. Надо 450. 450. Угу, спасибо. Держи. Кент есть, да. Еще, да? Парламент. Да, есть, кстати. Есть какая-то штука. А вы каждый день здесь, да? Ну, да. Ну, где-то с 11 можно уже достать? Нет, с 9 до часа.